КалымГУ имени Городовикова прошло закрытие медиашколы «Студио 8». Проект проведения школы был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса грантов в рамках Всероссийского форума «Территория смыслов». Всего из федерального бюджета было выделено 128 тысяч рублей. Обучающие курсы были рассчитаны на 4 дня, в ходе которых студенты опорного вуза работали по направлениям фото, видео, СММ и связи с общественностью. Итогом медиашколы стала защита проектов, разработанных во время проведения образовательных модулей. Отмечу, в прошлом году Калмыкия выиграла гранты Росмолодежи на общую сумму 1 700 000 рублей. Занятия проходили очень интересно, мы узнавали много нового. В целом все студенты подружились, познакомились и попробовали себя в новом формате. Итоговые проекты были безумно интересные. Мы монтировали, создавали новые форматы представления, ну, для ребят, такие как дизайнер, пиар, реклама. И в заключение хочу сказать, что видно, что ребята сделали для ребят, для людей и про людей. Это хороший проект, который стоит продвигать.